В нынешнее время маленькие детки относятся к хлебу с почтением. Так же, как нас, наши родители, бабушки и дедушки, мы учим наших детей, что хлеб – это лучшая еда, придуманная человеком. Особенно популярны в наше время небольшие пекарни. О вкусном, пышном хлебе индивидуального предпринимателя Шавгенов Казбек, который функционирует в Ауле Бличепсин более 20 лет, в Кашхабльском районе знают не понаслышке. Жители ждут с нетерпением подвоз горячего свежего хлеба. Как рассказала супруга Казбека Софиат Шавгенова, всего за сутки выпекают 600-700 штук. Коллектив налаженный, 4 пекаря, 2 экспедитора, которые работают в 2 смены. Здесь я работаю с 2010 года. Бывало, что какое-то время уходила, но по семейным обстоятельствам, а так постоянно здесь работаю. Начальство у нас очень хорошее, всегда на уступки идут, если о чем-то просим. Веселые, особенно начальник у нас бывает где-то. И, ну, чтобы тоже мы не расслаблялись, чтобы контролировали себя. Где-то пошутит, где-то построже. Ну, по справедливости все делают. А так, в принципе, очень девочкам всем нравится работать здесь. Коллектив дружный, всегда ответственно ко всему подходим. Процесс выпечки хлеба состоит из 3 основных стадий – замешивание, формирование, брожение и выпечка. Формовой хлеб обычно выпекаем по стандарту, а домашний – хмель, с хмелью, поэтому называется по домашней технологии, и выпечка немножко другая идет там. Хлеб перекручиваем по 2 раза, чтобы хлеб был красивый, высокий, главное, не крошился. Тогда очень хороший хлеб получается. Это кирпичик стандартный, хлеб формовой. И домашний точно так же перекручиваем по 2 раза. И вот такой красавчик получается потом у нас. Хлеб только поставили, это называется домашний, подымается, а потом уже пожарится. И красиво, вкусно получается. Тут тоже хлеб жарится, крутится в течение 40 минут, и хлеб готов. Хлеб всему голова, гласит народная мудрость, и с этим нетрудно согласиться. У Шавгеновых есть множество довольных, постоянных покупателей, ведь кроме хлеба здесь выпекают вкусные булочки с разными начинками. Я постоянно покупаю пенсионеры, и вроде как хлеб очень хороший, постоянно горячий, теплый, постоянно, и персонал очень хороший, девчата очень хорошие, обслуживают хорошо. Хотелось бы отметить, что здесь же работает кухня, которая принимает различные заказы, такие как свадьбы, похороны и другие. В планах у семьи Шавгеновых открыть кухню и кондитерский цех. Пожелаем им удачи!